Друзья, привет, с вами Джембо Макс, и в этом видео мы с вами поговорим о ситуации, которая происходит вокруг подписок Xbox на территории Российской Федерации. Дело в том, что многие могли заметить, что какие-либо подписки, в том числе и новый Xbox Game Pass Ultimate, к сожалению, привычным способом приобрести уже нельзя. Подписки из Microsoft Store исчезли уже давно. Если я не ошибаюсь, то исчезли они в конце февраля. Но, видимо, многие люди только недавно проснулись и не знают об этой ситуации, поскольку в группу пишут нереально много людей о том, что у них почему-то не получается купить подписку, у них это недоступно и у них возникает какая-то ошибка. Друзья, это никакая не ошибка, и Microsoft убрала подписки сама. Сначала, когда убрали подписки, мы вообще не понимали, что происходит, почему, зачем. Ведь через Microsoft Store покупать было довольно-таки удобно. Тем более, там были и весьма неплохие скидки по типу 30 рублей за месяц Xbox Live Gold. Теперь же нам таких скидок в России не видать, поскольку Microsoft ограничила покупку подписок через Microsoft Store. И сделала попросту недоступны для нашего региона. А многие пришли к выводу, в том числе и я, что маки просто собирают вещички и планируют уходить от нас. Этот вывод был сформирован не только за счет подписок, но еще за счет отсутствия локализации в новых эксклюзивах. Но оказалось не совсем так, и после нам публикуют такую вот цитату. После проведения технического и операционного анализа, Microsoft приняла решение переориентировать продажи подписных сервисов Xbox Live с русскоязычной и некоторых других версий глобального интернет-магазина на розничных партнеров. Приобрести продукты можно в розничных и онлайновых магазинах партнеров. Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства. Так вот, если прочитать эту цитату, то ты думаешь, что Microsoft там что-то у себя проанализировала и приняла решение, как им будет лучше. Так вот, суть этого видео заключается в том, что мы узнали истинную отмену подписок на территории Российской Федерации. Об этой информации мы узнали вообще от своего подписчика. Данил, большое тебе спасибо. Так вот, парень написал нам, что оказывается подписку отменили на территории Российской Федерации из-за законодательства. Сначала я вообще не понял, как и почему, и, признаться, даже не поверил. Но потом же я позвонил лично в поддержку и узнал, чё к чему. Я не буду выкладывать запись разговора с сотрудником, я просто вам расскажу о том, как он мне ответил на данный вопрос. Он сказал мне, что продажа прекратилась именно из-за изменений законодательства РФ. И майки теперь просто не могут продавать услуги через такой способ. Поэтому единственная возможность продавать подписки, это просто передать все в розничные магазины, что они в принципе и сделали. Я лично верю в это, поскольку я услышал лично от сотрудника Microsoft, а именно от сотрудника поддержки. Но они-то врать не будут. То есть, по сути, майки все это сделали из-за несостыковок с законодательством. Мне даже кажется, что это из-за каких-то санкций. Поскольку в то же время Sony на PlayStation ведет нормальную продажу своих подписок и даже добавляет новые. И единственная возможность продавать подписки майкам, это только лишь через розничные сети, как, например, MVideo, 1С Интерес, DNS, Эльдорадо и так далее. На самом деле это не так критично, поскольку подписку все еще можно купить дистанционно через интернет-магазины посредников. Единственный минус во всем этом заключается в том, что мы больше не получим больших скидок по типу 30 рублей за голд, 60 рублей за пас и тому подобное. И еще минус кроется в том, что мы потеряли подписку на один месяц. Да, если вы успели заметить, то в магазинах вы не найдете подписку на один месяц. Вот так вот, друзья. К сожалению, почему убрали их, я не знаю. Видимо, им так выгодно. Сами же сотрудники сделать с этим ничего не могут и надеяться, что в скором времени хоть что-то поменяется и подписки вернутся к нам в стор. Но когда это произойдет, к сожалению, никто не знает. Вот такие новости, друзья. На этом у меня все. Если понравилось видео, поддержи его лайком, расскажи об этом видео другим друзьям, кто вдруг не знает о том, что подписки отменили. Не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. И большое вам спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!